Всем привет, друзья! Вы на канале Пчела Начинающим. С вами я, Анатолий Борисович. Сейчас у нас холодное зимнее время, и мы все подвержены различным простудным заболеваниям. И для того, чтобы как-то уберечься, мы обычно дома делаем такую смесь из меда, лимона и чеснока, которая очень хорошо профилактирует все эти простуды и помогает нам в холодный такой зимний, весенний, осенний период. Для приготовления смеси обычно мы берем такой жидкий мед, чеснок, лимон. Лимон и чеснок очищаем. Лимон очищаю, обычно я всегда от этой кожуры. Она тут более приятная смесь получается. Обычно такая смесь вот с лимона, меда очень хорошо помогает при простуде, когда грипп, оно повышает иммунитет. Лимон очень богат витамином С, чеснок очень хорошо очищает сосуды, делает их эластичными. Мед вообще это кладезь всех витаминов, микроэлементов. И все это дело, которое мы очищаем, разбиваем в блендере. Режем лимон для блендера. Косточки удаляются. Чеснок тоже. Вот так вот мельчаем. Берем в таких пропорциях один лимон, два зубчика чеснока и где-то 150-200 грамм меда возьмем. Размельчаем как можно мельче, чтобы была однородная такая масса. Наливаем грамм 150 меда жидкого. Вот так вот. Все это дело перемешиваем хорошо. Так, друзья, получилась у нас вот такая вот витаминный коктейль, который очень полезен, повышает иммунитет, способствует повышению тонуса мышц, приостанавливает процессы старения даже, как отзываются некоторые специалисты. Это средство оказывает тонизирующее и общеукрепляющее воздействие на организм. Поэтому всем рекомендую. Thank you.
Вот такой, друзья, получился у нас классный коктейль. Принимать его нужно 2 раза в день, перед завтраком и вечером, когда ложитесь спать. И у вас все будет хорошо. По такой чайной ложечке. Вкус специфический. Очень приятный вкус. Всем советую, рекомендую. Конечно, тут можно немножко менять количество чеснока, меда, лимона. Но вот такой пропорции, как вы видите, я налил где-то 150 грамм, даже больше меда, 2 хороших таких крупных зубка чеснока и 1 лимон. И получилась довольно приятная смесь, которую приятно кушать. Да, и совсем маленькое такое предупреждение. У кого аллергия на мед, естественно, такой продукт противопоказан. Или, возможно, у кого-то какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Тоже нужно очень осторожно это принимать. Потому что все-таки смесь очень концентрированная. Лимонный сок, чеснок, мед. Поэтому будьте внимательны. Всем желаю здоровья, всего доброго. Подписывайтесь на канал. До свидания, до новых встреч. Thank you.